Обязательно, обязательно. Восходящее солнце. Итак, неопознанный летающий объект. Июль месяц, город Нерингве, вот здание отдела внутренних дел нашего городского, старый город, наверное, всем знакомо. Просто оператор остается инкогнито, расскажет, что случилось и как это вообще происходило. Жень, если можно поподробнее чуть-чуть, расскажи, как это все было. Примерно около 5 часов утра ко мне зашел знакомый и сказал, что на улице, примерно недалеко от здания ГУВД, видна какая-то светящаяся точка. У меня под рукой была видеокамера. Я взял видеокамеру, вышел с кассеты, и вот то, что вы видите на экране, было отснято мной в это время. Дата и время указаны. Это не зонт и астрономический или парашют какой-нибудь? Ну, в общем-то, мне сложно об этом судить, потому что, ну, в принципе, единственное, что было мною сделано, это было проверено метеослужба наша, города метеослужба, аэропорт, за неделю до этого, и в это время, когда снимались эти кадры, никаких зондов метеорологических или каких-то других предметов не запускалось. Вот. Итак, уважаемые телезрители, ваше право верить, не верить, но вот такая вот штука над нашим городом в июле месяце летала. Итак, привет с космоса, удачи. Нашел в центре. Так, смотри, я приближаю, нет? А я... Да-да-да-да, нет. Все, остановилось, да? Да. Нет, он что-то раздваивается, так пульсирует. А он пульсирует, я же тебе говорю, отсюда не видно, а там он пульсирует. А ну дай, посмотрю, сейчас я полностью его приблизил, как он был. Ага, нормально, нормально. Сейчас нормально, смотри, смотри, лови его. Лови, чтобы он был в центре квадрата. Понял, да, примерно? Вот, да, центр, да, квадрата. Как парашют, видишь, как медуза, раздувается, раздувается. Ты посмотри, как раздувается. Ага. Неужели это шар такой здоровый? Ну, похоже на парашют, понимаешь? Я тоже, мне кажется, это может быть что. Ну, это метеорологический зонд, походу. Это агент тоже пустили. Сейчас посмотрим по видео.